В Хефесте он на МВ5 будешь бафать. Так идите на сумму, все, все тут, пошлите. Идем трэш чистить. Три хила? Нет, 4. Че это? Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Я пока не могу прочитать. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Дискон? Не-не. Находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь сейчас захожу. Защитит свет. Ничто вас не защитит. Че это с ним такое? Артас, я поклялся, что ты умрешь, а Плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Он полчаса пишет, что он с игрой заканчивает, удаляет ее. Что он пак отдает, что там? Че, Ванек, еще ханта одного хочешь? Да не, мне своего хватает. Что там большой? Не, ну давайте тащите трэш, играйте в паука. Сумонять, Вань. Сейчас трэш дочистим. Вот который породистый? Да. Здорово, Вань, всем. Привет. О, привет. Вно. Чё? Можешь скинуть рецепт приготовления пирогов? Так обычная шарлотка. Тебе какую, шарлотку или рулетик? Ну, рулетик можно, пожалуйста. Ну, записывай, короче. Так, подожди, подожди. Нет, да я открою блокнот. 17 мандавошек. Да тихо ты. Так, все, готов. Сейчас он включит, я запишу. Короче, 5 яиц отделяешь желтки от белков, берешь стакан сахара. Подожди, ну помедленнее, я не так быстро пишу. Ага, дальше что? 5 яиц, дальше. Загрите трэш, короче, отделяешь желтки от белков, берешь там стакан сахара. Если любишь сладкое, бери полтора стакана. Получается. Скорлупу не забудь. А? Скорлупу еще пусть не забудет. Так, Кралька, попрошу повара не перебивать. Так, что там, короче, берешь желтки отдельно, сбиваешь с половиной имеющегося сахара. Потом белки отдельно сбиваешь. Потом это все соединяешь. Да, на комбайне уже это сбивать. Белки до пены, желтки до бела успеваешь. Потом соединяешь. Берешь противень, пергаментную бумагу, выливаешь. Бумагу? Пергаментную. Ага, понял.
Короче, выстилаешь туда, выливаешь это все тесто и в духовку минут на 15-20, чтобы оно, ну, схватилось. Спичкой будешь пробовать, готовое или не готовое. Все, вытащишь, и потом сразу его мажешь, там, чем хочешь. Чем вареньем можешь помазать, чем угодно. Да не, ну это, такого есть не, конечно. И закручиваешь рулетик. Так, подведем итог. Надо 5 яиц, отделить желток от белка, взять стакан сахара, взбить это все, потом белки взбивать до этого, до пены, а желтки до бела, потом берешь противень, бумагу, выстилаешь все в духовочку на 15-20 минут, и получается вкусные рулетики. Не, это только коржик получается, потом ты этот коржик смазываешь чем хочешь, можешь вареньем смазать, можешь лимонный крем сделать, и потом так сразу закручиваешь рулет. Понял тебя. А, да, кстати, муку забыл. Муку там должна. Там где-то стакан, можно полтора муки, там зависит от консистенции. Такая должна сметана такая хорошая быть. Понял тебя. А потом выкидываешь все это в помойку. Хорош. Да нет, кстати, рулет вкусный. Я шучу. Бой! Чи? Сталик злой. У меня есть сталик. В какой собычке? С Геры. Как ты его донатнул? Ну конечно. Я решил за ним не ходить. Ты же не стролливал талик на той неделе. Нет. Так откуда у тебя талик? Я его задонил. Еще раз повторите. Он не верит тебе. Как это злой задонил? А руки задонил? Какие руки? Обычные. Не. Килованный. Не, так не. Хочешь продам свои руки за миллион? Зачем? Я лучше тебя играю. От него руки, все головы. Давайте все тут дайте шкаф сейчас. До сумоницы. Чуть там пока в руках кто на конспект будет троить, куда и вы будете получать. Псих, есть хавка на крит. Сейчас заценим. А я тебе припоты СПД крит дам чуть-чуть. Так. Не, у меня не закончились. Значит, файры тролль. ГП не прибавилось, пер не упал, а талик есть. Вывод донатер. Я тебе русским языком два раза повторил. Я задонил талик. Знаешь, что там? Представьте с нами. Слизь там рыбу кого-то можете поставить. Все, все, можете бафы давать. Че тебе дать? Все, бафы. Одну банку на СПД крит. Да хрену знает. Нет, там протопал каску кефестим. МП5, по-моему, не с кулаки бафал. Ты бафы что будет просить? А, кулак. Не, псих, тебе это жирновато будет. Ваня, ты прочитал, что я написал там? Ну, по МК, да. Че там, стоит рыба? Стоит рыба? Стоит. Сосать, буду, конечно. Поставил. Будет. Так, давайте чекаем. Чё, каску-то бафы, короче. Ну что-то каска нет, вижу каску. Без дебафа нету. И интеллекта нету. Короче, ничего не буду. Ну тогда интеллект охуел, бля. Интеллект нету. Сука, мразь. Злой, зачем ты задонил палик? Я думал, ты норм пацан. Я конченый, отъебись от меня. Дайте каску Ракшазу, где Ракшаз? Чё-то сумуйся, тыкните на суму. Да зачем он нам нужен? Он жафлик. Пусть будет. ДПС неплохо вроде. Дайте по нему пристабаф. Дайте пристабаф по Ракшазу, можете точно дать. Так, все, дали, давайте на пулу.
Так, давайте, святого ДК начинает там мутант помутанчик. Тут пахало. Дайте он стоит. Перед мордой не стойте, сзади тоже не стойте, не умирайте. Всех лагает? Да. Так, на вихре танки разбегутся в разные стороны. По команде Волки даст им на хп. Мелики по шипам играйте. РД бейте босса. В лужах только не мрите, БРФ нету. Малышка, беги! Играйте по шипам. За третий шип не вижу, где давай гимн на хп. Ходим, слушаем, ходим от ребра, смотрим, где-то третий шип. Где ребро? А он сзади там, шип сбейте, там сзади стоит. Давайте под жопу сразу. Ладно, добивайте. Это Ванек, не твой рейд. Это странно, что убило. Ну ой, странно. Я тоже не твой, да? Да пизделся, блядь. Ясно. Смотри, где стою. О, Коля хорош. Смотрите, где я сдох. Я понял, здесь не надо выебываться, псих. Да, походу, не стоит, как вчера. А, ты про RS-25 Гера, ты имеешь? Ага. Что там было интересно? Сынов ебаный, что ты, блядь, заебал. Да я знаю. Надо кому-то тапки. Кто там на сколке? Феникс? На оф можно? Да, Рольте на оф. Что, Влад, тебе надо? Тут все на оф. Что, сделаем квест? Не. Надо кому-то шапка бесплатная. Ханты, Энхи, может, дам. Ну давай бесплатно. Я по Адарновану. Короче, надо кому-то на мейн. За 10% заберу. Я по ролю на 10%. Да, тоже пароль на 10%. Давай, кидай ролл. Это, короче, на этот на мейн. Хорош, я выиграл. Да. Димон, прочитай чат сейчас. Почему ты ему отдал? Алло, я выиграл. Нет? Да давай, слышь, нет, я психу отдал. Ну, вот, а давай. В натуре он выиграл. Беда. На, хуй прят. Почему твой ник прочитался как Айкенбринг? Сука. Колбоёб. Бля, ща его надо найти, подожди, бля. Где она, нахуй? Где она? Так, Феникс, спекайся. ДК сразу будешь танчить. Спасибо. ВП, что ли? Да не, просто потестить. 38 гп даже, да. Похер на это гп. А что тебе осталось? Плащик только забрать? Плащ, чешка, ботинки. Ты же забирал чешку вроде. Ну, с обычки. Какой пар на ботинке? Слава выиграет. А у тебя же норма, да, псих стоит, слышишь? Кто, ботинки? Нет, чешка там вроде прицел, я помню, но... Да, с нормы. Прицел. Дайте Войду ГП, что он хилит как Эрдру. Во, всё, смотри, Дима опять начал. Дима, чё ты до меня не доёбываешься, у меня там ДПС поди 4К. А я не чекал ДПС. Ты не посмотрел моего ретрика и сапоги не посмотрел, какие у меня там чекал чарки и камни. ДПС.
ДПС, у меня 8к, все, иди вон. Дайте бафы, Криста баф, пожалуйста, и крестик к магам. Амар еще мертвая. Подай им кадай. Ваня там агро рвет, специально хочет умереть. Хоть я же на ребре падал. Опять пироги, наверное, там пекутся, да? Не, что хочешь забрать? Талик или этот, блядь, как его? Как эта хуета называется? Сука! Прилип? Катушка? Нет, объект? Это параша, объект. За 10% я думаю, объект ты заберешь нахуй. Дайте бафу, пожалуйста. Так, давайте все тут кушать рыбу, там давайте бафы. Что там, 2 ВДК слева, протопал справа. Друидов много, фиряем, присты фиряем. Капли сливаем, а то ГП, духов не ловим, если ловим, то ГП. Если мы падаем. Я Дарнавана по контролю, не бей. Мне кажется, Войд не бафает, это ГП, не? Так, там первый на пол мутанта, второй на Феникса, давайте. Сейчас погодите, я квест тогда возьму, если там Дарнаван. Ну? Пристабав, дай, пожалуйста, говорю. А ну? И чё, мы квест будем делать? Ой, квест, вы чё, ебанулись, что ли? Не, ну если не могу это делать, пусть делает. Ну, стопать у никто не будет, хотите, там отводите. Бля, я специально... Блин, не сагрите моба этого. Димон, сейчас законтролим его. Моба, не сагрите, ёба. Давай, чек на пол. Там только сова контролит, если что, блядь. Тихо, ты куда убежал? Ну, только корни, да, даю всё. Овца не кидается. Все готовы? Все готовы? Не, давайте не начинаем. Ну, когда трэш выходит, мы все бьем трэш. Ну, боб лови, капли лови. Сливайте капли, бобы там, все такое. Вьютки сливайте, ханты. Трэш вышел, а им по трэшу все. Че, вы сливать хантам? Ну, побей. Давайте, бьем трэш справа, слева бьем, слева бьем. Смотрим, контроль сейчас будет диспель тереть. Давайте, смотрим, сейчас контроль будет. Он стан заебенит сразу. Саву там сзади за контроль тебе бегает. Скоро расконтролится, Дарнаван, дайте ему. Что. Контрольте Саву быстрее, звездопад прожал под люка. Минус ход. Дессер пока. Дресса и Сова, кукурузик. Нормально, Гера без КД. Играем по трэшу. С КД вообще-то у тебя? Не, а оно было, понял? А я же умирал. Играйте по трэшу, если чего вы не бьете трэш. Давайте, смотрим контроль, сейчас будут, готовьтесь. Добивайте с правой стороны, добейте, контрольте игроков. Стопать будем? Да, стопать будем. Бейте, он два трэша еще бегает. Че вы? Так, Дарксайд, Ресовый пер... Преда... Блять, Ресовый Варак, короче. Пердуна. Давайте, играем по трэшу. Слейте прям так хорошо трэш. Смотрим, сейчас будет контроль, готовьтесь контролить. Давайте, добивайте. Дайте там повару бафы, захитьте с правой стороны. Так, контрольте игроков ханта, законтрольте. Добейте трэш, БДК иди лови, переводите. Ой, там Ваня оттуда. Сука. Мутанта на пул первый. Давайте, играем по трэшу с правой стороны. Там, короче, Дарнаван на меня. Дарнаван, если что, на меня. Все четок. Раз. Да. Давайте по трэшу, все, он там убегает. Смотрим, как трэша, алло. Забери его. Ясно. Да сорезай меня. Спальте, леди, там контроль игроков. На протопала? Не-не-не, на Феникса. Антон, у тебя пет какой-то, у него ник не спонтовый. Блин, ну дайте рост шаманы, у кого КД нету. Ну КД. Ну, так, духи нет, в центре, наверное. В центре дух играем по трэшу. Хватит, все фулл ДД в трэш.
там моб по присту хуяри, так нормально. Смотрим, сейчас контроль будет, готовьтесь. Контрольте. Всех законтрольте. Рогу пристава законтрольте. Здравствуйте. Дай пирлос. Чё, там есть рост? Что гамло какое-то? Не могу понять, чё. Посуду есть, не помог. Есть там, Бэр, у кого-то резкий ракшаза? Поливайте маны. Волкер, дай гимна ману, ставьте тотем. Да, трэш играем, трэш. Ну зачем вы Дарнавана сагрил? Так там десерт, там нормально. Трэш. Тальтерей, контрольте игроков. Два на пыль. Контрольте ракшаза. А мне моб. Все, все на нем есть теперь агро. Вы так херово контролите. Как так БДК умер, блядь. Бэров нет, бэров нету, пробуйте так. А СС есть? Не. Гимите, тогда бейте моба. Резерженца культа, гимите. Резерженца культа, добейте гимите. Вышел трэш, играйте по трэшу. Похлопаем. Контроли будут, поклонскую хитки. Смотрим контроли, контрольте. Аханта за контрольте, Урузу за контрольте. Давайте, а то будет много хп, если не убьете. Куруза за контроль сейчас будет опять убивать кого-то. Захит теряется. Так, Милин, Дима, подай, короче, гимн на ману. Чё? Ману? Да. А чё, вы убили Дарнавана, да? Да, убили, так, хер с ним. Дай гимн на ману. Добейте, да. Привешенца в центре стоит, все убили. Да псих бей пока еще, я тебе скажу, когда... Вышел трэш, духи возле, два штуки, играйте по трэшу все. Идите, бейте трэш. Так, контрольте. Магов законтрольте и кота законтрольте. Дайте фиры по ним, фиры дайте. Бля, я тоже так хочу на бегу жезлом бить, слышишь? Диспельте лягушку, пожалуйста. Дядя, диспельте лягушку. Хорош, тебе агро скинул, Дима. Да меня скинул, слышишь? Да, со мной. Там полтрап, но он еще далеко. Бля, ребята, сейчас тут будет люди бить, я отвечаю, кину ГП, мне сейчас дохло, я все вижу, честно. Два моба стоят, вы, сука, долбите. Блин, у меня макрос по фокусу бить, а в фокусе леди. Сука, псина. Вышел трэш, бейте трэш. Давайте, 10 секунд вы будете трэш бить, или я буду ГП кидать. Контрольте игроков, секьюрити за контрольте, кукурузу за контрольте, дайте фиры по друиду, звезда поддал. Блять, ну неужели так сложно законтролить игроков? Неужели так сложно слить звездопад перед контролем? Начал бить мобов и умер. Добивайте леди уже. Сня, вообще мобы не забрали меня, ёбнуло. Те леди, ты гонишь 16%? Блин, вы, они трэш не задьют новый. Либо леди убивать, либо вайпаться. Да, тут уже все. Ну есть же шипы, смотри. Да там продопало. Насрать, ДК, выйди в мобу. Этот... Нет, иди бей. Сейчас я дождусь, кому там умрет. Ну-ка, стой, сбивай мутант. Хорош, Димон, тащи. Во тьму, в вечную тьму. Забавно. Сейчас бы за сову прожимать звездопад. Сейчас бы за сову качать звездопад. Спасибо, капитан. Под матрас есть чем проблема на отмену звездопада. Куда леди ты делаешь? Да, стоит она на месте. У меня вот только что появилось. Кто там еще духов хлопал? Я не хлопал духов, за что ГП?
И одного хлопну. Посмотри мой урон в трэш и посмотри Ракша за урон в трэш. У нас одинаковый урон по трэш. Нифига себе, меня нет, что ли? Оттуда он не всегда показывает. К своей. Сейчас можешь не обновляться, когда на ванну будем сразу сливать. Ты за квестом его палишь, что ли? Ну, почти. Понятно, пидорский квест, сука, в норме надо делать. В натуре, блядь. Пусть почти из-за квеста нельзя упасть, а чё, тупые все, бля, один человек контролит моба раз в 45 секунд. Я видел, как трэш заливал, все. Это из-за одного человека, который контролит моба? То мы сдохли, потому что если бы сова отменил звездопад, мы бы его просто добили потом. И сдохли из-за того, что... Кто там? Или вы сдохли из-за того, что Поклонский три раза духа взорвал? Или Стизер два раза духа в Мелизоне взорвал? Вы сдохли не потому, что вы духа въебашите, а не потому, что один человек контролит Дарнован. Нет, никто будет его контролить, а потеря это просто лишнее. Подожди, 5 льда, 2 дня в Ере, это ПП, сходишь, будет тебе 5 льда. А вдруг колье упадет? Не смотрите 5 льда, вы просто говорите, что дело в том, что кто-то не контролит. Дело в том, что хлопает духу. Давайте, тут можете фулбафы давать. Кто сейчас будет хлопать духов, так и сам ХП, там... Контроль игроков нормальный, когда трэш выходит, бейте трэш. Буду прям сразу кидать ХП, если увижу. Так, что там по бафам? Дайте приста баф. Дайте лапку. Давайте чек на пул. Сейчас мышка забалась. Риги, ставь тотем на защиту от сил природы. Секьюрити на хосту. Дайте кулак по роге. Давайте чек на пул. Мне молча скинь роги в кулак. Там нету кулака. Я кинул уже. Так, все, готовы. Давайте играем. Давайте в трэш играем все. Сзади моб бегает, убивает кого-то. Прош. Видал, да? Я тебя все слышал. Трэш с левой стороны, трэш с левой стороны. Так, смотрим, сейчас будет контроль, готовьтесь. Законтрольте. На тебя, сука, стан. Говнюка. А готов сейчас? Лобу. Нормально. Тебе МК кину, а ты мне. И так кидаю. Скажите, как ПР откатится. Давайте, вышел трэш, играем по трэшу все. Давайте, бьем трэш. С левой стороны помогите добить, смотрим, сейчас будет контроль, готовьтесь. Проклятие, не справился, че так долго. С левой стороны бьем трэш, контрольте игроков, кукурузу законтрольте, дайте эфиры по ней, по нему. Давайте играем по леди, будем стопать. Что-то... Я вещу. Моба убьем уже или нет? Я вещу. Беги, вставай. Есть вставалка, можешь встать? Бать, еще и каст этот. Бейте моба уже. Так, играем по трэшу, стоп по риге, дайте волки, дайте им на ману, ставь тотем, дайте бафы по ригелю. Поклонский, забери с меня моба. Бейте трэш, не бейте леди. Хорошо, Дима, ты тут еще? Контроль игроков. Не-не, это Акид Мринг. Да мне тут, моб. Тут. Но мне моб. Так. В центре этого последователя бьем, переводите леди. А мне лети, залейте моба, блять. Привет, Ваня. Лесай меня. Так, давайте, перевели, играйте по трэшу все. Full to death трэш. Леди никто не трогает. Кого там откатился? Десер, по-моему. А, Дарксайд, лесай Менска. Давайте, full to death трэш, духи, с правой стороны духи. Не хлопайте. Хлопнули. Да хинку. Ты не в силах
Так, контрольте игроков, контрольте. Этого Лара за контрольте. И бесят меня. Так, Кросс, можете дать, если откатился. Диспельте, леди. Так, трэш играем, вышел трэш, духи в центре. Косты сбивайте, блядь. Духи в мире зону пошли аккуратно. Контрольте игроков. Мирика законтрольте, там кукурузу законтрольте. Охуенно. Так, духи в центр пошли. Деф трэш. Духи в центре аккуратно пошли к этим, к трэшу. Два духа возле трэша, аккуратно. Играем по трэшу. Кок для трэш давайте. В центре тоже моб, аккуратно. Забери его танк. Контрольте игроков. Файт тролль законтрольте, Ракшаза законтрольте. Спасибо, какой-то ретрик. Три духа в центре, аккуратно. Пожалуйста. Три духа в центре. Так, Берри откатились там у кого-то еще? Да. Дресса, Дессера, Дессер, Дресса и Акинблинка. Давайте, последний трэш, играем по трэшу, духи в центре. Все, давайте, сливайте, последний трэш будем принимать, леди. Блять, ты чё тут на меня пошла? Я же задыхал вроде. Законтрольте там кого-то, не вижу кого. Кукуруза законтрольте, стоит, всех убивает. Не, живи секунду. Чти. Дресса, эти павши там видят, трэш чистить. Ебать, нихуя! Я там кто-то взорвал. Ну, рестуть бы не мешало бы. Все, едет. Вставай, милок, будет резать. Так, надо тапки кому-то? Да. Тролльте. Надо эти ноги, эти хантовские тебе, не? Не, у меня есть. Ну, если бы... Давай я распылю их, кидай мне. Бесплатная грудь надо кому-то. Это сервак лагает или чё? Да, походу. Димон, чё, уходим? Да, на БК? Да. Да. Виш отлагает. Не, это просто украинский интернет. Не, это просто сервер дерьмо. Не, ну это понятно. Че, много качнулись вчера? Да, вывак. Вот ты сделал квест на роут? Да-да-да, сделал наконец-то. Там их, по-моему, еще самому варить надо. Ну, в классике, по крайней мере, так надо было делать. Да, так и есть. Там профессию прокачать. Это не трудно. Трудно было квесты сделать. Артишоковый чай и рецепт. Он есть уже. Он там 100 энергии резает. 100 энергии? Да, 100 энергии. Ну это сейчас на моем левеле. Типа в дальнейшем он будет меньше так давать. Ладно, чистите трэш там, запускайте, я отойду сейчас быстро. Ну да, ну, отойдёшь. Ну что-то так-то толком будет. Быстро отойдёт. Всё, пропал. Пирожки варить. Ну всё, пока без рел иди. И без лута. В натуре. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима.
Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Димон, блядь, сука. Пойдем, пойдем. Пойдем. Садись в первый, ближайший. Ну, мне вот это нравится. Какая, дальняя? Не, вот это вот. О, нормально. Дайте мазбов по друиду. Потом кини шестерю потом. Он, по-моему, во фросте идет, ты здесь. Серьезно? А, нет. Или да, хуй его знает. А, не, в этом БДК идет. Да он не бьет нихуя, так что. Че, спекайся, похуй. Короче, я тут мадам релогну, пока вы бьете корабли. Не-не, нахуй, не спекайся, блядь. Сиди, блядь, в своем говеном БДК. За 540 дефов заебал. Чего вы не запускаете? Запустите Сурфанга, пожалуйста. Что же на стаком? У тебя что-то мало, 65 уже. Да блин. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон, взлетаем. По-тупому плюс как-то эта энергия копится. Да-да-да. Там рандомно же написано от 6 до 10. Кинь истерию, братишка, только не забудь. Не, типа там шары когда долетают, только потом она копится. Раньше было сразу, когда стреляешь, она копится. По сути, так и должно быть. Ну, как выстрелить, да. Но и ты тут? Звон! Скажи мне, пожалуйста, одну вещь. Зачем ты на сервере, где 6000 онлайнов, что-то донатишь? Иди нахуй, псина! Я понял, если бы это был вармейн, и тебе там тупо, бля, не хватает, что-то, и ты задонатил. Но тут я тупо не понимаю. Ему подарили. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Не насосал, подарили. Чем просто на этом серве что-то им добить, еще тут ничего не пашет. Дима, просто Дима, на... не дома. Не, просто знаешь, я такой захожу в Огри на Вармейне, я еще в шатратах не был. И у меня там, короче, бегает человек 100, а тут захожу и бегает 3 кипа. Хорош. Успел еще раз разведить последний раз. Я успел. Там, на 70. Что, погнали с нами на Вармейн качаться, мы там будем арене. А сколько там онлайн? 12 тысяч. Сейчас уже больше, они же объединили сервера. Да, сейчас уже больше, там типа кросс сделали. Пинг-то есть? Ну там пинга. А это платник? Это БК. Успеем или нет, думаешь? Нет. Жар вообще по-тупому копится, блядь. Два раза только успею, наверное, стрельнуть. Кстати, там 21 января открывает БТ. Хорош, да, откроют. И да. Будут тебя Дана убивать. Либо не убивать. Скорее да. Всего, вряд ли. А кто-то убьет-то по-любому. Первый. Не-не. Джерри он-то по-любому обрыгается. Они не убьют его в Д5. Тут они его втыкают, почему не убьют? Может хотя бы какой-то предбис собрать. Не, там, блин, когда на офис стоял этот Элидан, его убили в Т5. Так лагает. Сука. Да. Дима, стреляю. 90 тысяч там. Сейчас ты умрешь. Там не лагает. Линканите урон по пушкам. Да. С пушек урон. Там лагает, когда ты заходишь в Огри только.
Да, у меня сейчас так лагнуло нормально на секунды 3, когда добили. Да, там ответственность. О, было. Двое отсосали, нормально. Вроде амулет безгласного надгробного слова. Сам-то понял, что сказал. Амулет безгласного надгробного слова, все понятно. Мешок Икфирия надо кому-то? Графит выиграл, ГЦ. Блин, там графит выиграл. Он же шеф. Амулет. Я на амулет кидал. Только не на фул ГП. Понятно. Сколько он там кинул? Смотрите, я тоже на оф кидаю. 83. Все, давай сюда. Отдай Джеррину. Роль теплочка. Дай кому осколки? Кому осколки? Фениксу. За 10 отдашь, псих? Да, а давай. Ты... Нет. Ну, давайте в рольте за 10. Понятно. Хорош, поклонская 50%. Так, есть, сижу, да, ты что? Окта! Коркран! Выдвигайтесь! Дайте шкаф быстрее. Окей. Дайте фулбаф быстрее. Фулбаф и дайте. Давайте, если мы падаем. Если падаем, то смотрю, что трэш не бил, это будет ХП. Тыкните на сум. Еще раз. Все тут. Дайте там фулбаф и хавайте рыбу. Дайте это. Крест. Рыба стоит. Да, дайте кресты, пожалуйста, паладина. И пристабаф. Пристабаф. Я здесь, чтобы забрать его тело. Ты помолимся, ребята. Шапки с духом не было. Не, не было, только бы не лагало. Оно будет. Лаги, лаги. На пул на Айкенблинка, да? На Айкенгея. Лучше на этого, на Минилфлора. Это Феникс. Это Бибоп? Не, не, этот... Как его? Гера. Да у него просто камни такие хорошие стоят. Кто такой Гера? Старичок. Герасим. Да какой старичок, такой себе пацан? Кто же за АДК не очень? Я когда пошел в РС, кого гонится престол, если он бы давал там ДПС, как я даю АДК, я бы на кота не заходил, а он там дает 11к фуловым АДК. Так, давайте помолчим весь бой, чтобы у меня не лагало. Это ж не так трудно. Так, все-таки на пул на этого, да? На Дима. А, на меня, ебашь на меня полностью, тут на пол ебучь. Моего полностью. Дайте. Трэш давать не надо, ничего не надо, там так сливайте. Че, бомжей давать не надо, так сливайте. Да, это трэш 5 секунд. Чё, охуели что ли? Что плохо сливать, я смотрю, там готовьте свои попки для ГП. Я приготовил уже. И как я выйду скоро. Возьми, нет. Забыть. Давайте 10 секунд трэш. Трэш не будут бить, на мне метка. У тебя глыба есть. Не, не ебет. Не отмазаться, да? Речи ты слышишь. Что, ДПС маловато, что четвертый трэш хотите? Давайте, 2 секунды, готовьтесь.
Дайте войско все-таки, дайте войско. Вот это песня. Классная песня. Все, молодцы. Так, воля упала, рольте на мейн. Ебать. Молодц. 53 ПР, жесть. Покорите. Тебя как подобает. В награде. Нахуй потом заберу. Да, 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 сын. Помните о чести героя. Так, надо кому-то защитники и покорители обычные там просоните. Осколка нету. Отойду, Ванёк. Блядь, а чё ДПС рейд такой пиздец, нахуй? Так, один там шаман удал, второй там... Шаманка с задоначенным таликом дамажит 16к, ну чё это такое? 17, во-первых, во-вторых, блядь, хуёво проково, блядь, глыба. Хуёво знает, я не вижу цифру 7, у меня просто написано 16, а дальше я не вижу, чё там дальше. Может там 900, но я не вижу. Почему первый код по ДПС? Дима, я хоть 50 там дал или нет? Смотри. А ты что, не видишь, как я трэш ебашу, как бог? Да, я про себя спрашивал, хуй мне ты-то, сука. Я попытку ебашу. Точку так, на! Тупая пытку в трэш скачу, это скилл. Тупой, блядь. А как давали истерию? Пошлите на центр, там в трой вакиру сагрим. Не знаю, я знаю, что я топ по трэшу и 16 дал. Важно, что коту давали истерию. Кот на сервере, где не пашет хоста, и он первый, это пиздец, мы какие-то рагуль. Рагуля, блять, ебаный. 2К18, вот это на этом сервере прилично. Не пашет хоста до срака, я типа тестил, она не так работает. Идёте сразу на лёд, может там садик кому-то упадёт. Почему мне нельзя так было сделать? Ты вообще поступаешь хорош, я даже зайду похилю тебя. Как ты там Димон тестил? Не-не-не, пошли нахуй тут! Гони, пожалуйста. Там еще Дима перед ребром попросил на лед пойти. Пидоры. Давай, Ваня, я лучше тут зайду на паладин, а то тут два шамана. Давай зайди сейчас, я отойду. Сейчас, сейчас трэш. Ну, заходи, Дима, подходи там, Диана. Сейчас только я зайду аренантой, наверное. Че так, кастала вроде нету. Если грудак не упадет, то, блядь... Айкингей заберет ретушку на. Если Талик не упадет, я заберу катушку. Смотри, циферку 50. Дай-ка я стал катушку. Что у меня есть теренас. Натуре? Геровский? Это обычный, но он все равно лучше. Хоть бы Талик упал, в общем. Точно, да. Хоть бы грудак упал. РД печеньку, РД бейте печеньку, Америки звездочку. Это треугольник. Это двухсторонний треугольник, да? Это не четырехсторонний.
лучше смерти эту носительницу бить, чтобы она не вызывала душа. От него ничего не будет, а то и мирики обычно дохнут. Так, давайте. Тот трэш так же самое. Мирики, звездочку, РД, печеньку. Ваня, ты нашел работу? Не. Ты ищешь? Да. А поваром не пробовал? Не, не пробовал. Кстати, ты не первый же говоришь, попробуй поваром. А дворником? Да не. Так, теперь звездочку бьем. Потом сидите на трэш там в центре или где-то и сливайте массами. Идите нахуй, блядь! Танки, блядь. Причем этого моба даже не бил. Так, на Вальке на пул 500 голд на любого, кого скажете. Альфин блинка. 500 голд, давай. Ну, сейчас бой пропадет, у кого-то рис эти павших. Давайте танки наверх идите, милики не подходите, РД сливайте массами. Только хилы хилите, не забывайте танков, им сейчас будет пролетать хорошо. До верхней полки. Пизду. Ой, спасибо. Блин, Дима, ты в курсе, что нам придется Келли убивать, чтобы в БТ пойти? Да мы всех там убьем. Я просто говорю, что придется Келли убивать. Квест. А что, типа иначе не пустит? Не пустит, мне надо убить Келли по-любому. В старом Наксе. Блядь, зачем стал он Келли? Да не того Келли. Этого... Интерсайд, веди. А, я понял, в этом. Я тебе больше скажу, чтобы дойти нам до Келли, нужно будет убить сначала Феникса. Да, надо сначала убить Феникса по тактике, перед Келем надо будет убить Вайши, а перед Вайши надо будет зайти и зачистить Грула. То есть надо будет все эту хуету пройти, чтобы пойти в БТ. А потом убить Иллидан и выбить Иллиданки. Да, это все должно занять год. Интересно, а то и 3, блядь. Дроп на Иллиданке такой же? А 4, не-не-не, там по 8% на БК, походу, на одну руку, типа, что упадет. А не 100%? Не, ну не знаю, если бы нормальные бичи свалили на Вармейн, мы бы создали свою гильдию и убивали там всех по КД. Отъебись ты от меня, блядь. Ты угораешь? Да я не пробую эту эволюцию. Там тактику такое учить год, блядь. Какой год? Ты шутишь? Еще легче, чем на бичи, блядь. Да? Ну не совсем. Сложнее, наоборот. Для Славика, да, труднее. Для тебя плохо, нет. Вы там за Орду играете, потому что Дима любит пидоров, да? Я играю варом нежити, блядь. Каких пидоров? Нихуя себе! А почему ты не паладином эльфом? Потому что там паладин только хила, я не люблю играть хилом. А давайте просто на Вальке. Да есть протопалка, что, ебанутый? Угадай, какой у него ник. На БК, так, кстати, протопала не очень. Разрыватель, наверное. Хорош. Разрыватель, да, Тори? Да. Разрыватель. Ваня, там мишки нормально танчат. Можешь мишку создать. Ты не тут мишка нормально танчит, просто я в ней играю. А, это тот раз, когда тебя убил третий босс в РС, да, мини? Не. То Славика он убил. Кто он по товарам хотел танчить. А я три копии соло танчил, блядь. Я не знаю, помню. Второго миника сарил, а потом... И все. Знаешь, это фигня, что у вара КД 40 секунд щиты, там КД только 10 секунд. Так и на две атаки не подарит она, блядь. Ну не важно, оно КДшится быстро. Не поднимайтесь, знаешь, если можете босса запустить, стойте внизу. Нарезайте павших. Пошел на ходе паладина, затащил он босс. А, давай так. Кукуруза хила. А, не, подожди, там Дарксайд в сову спикнись, а кукуруза хила. Так, Славик хил, там еще Лисак хил. Кукуруза хила еще может спикнуться. О, чем Вола проебали?
Тогда Дарксайд в аэродроп круза будет с авианосца, опять крита не будет. До вылетел, захожу. Кушайте пока рыбу. Сейчас бафы не давайте пока. А зачем мне дали? Зачем мне дали знак освещения покорителя? Иди что-то покорить, чтоб не знаю. Ага, ты его за 5 голд продашь. Так, пацаны, чая быстренько что-то похаваю. Так, короче, рейд хилят Войд и Лисак, остальные все на вальке будете летать. Поставил печеньку там летайте, за ним портала не воруйте. Холи, дайте фулл бафа. Да, дайте пристабаф, дайте каску по паладинам. Каску и манурек по палам, если можно. И лапу. Ну и лапу, да. Блять, паладин, бафни себе. Паладин, ну просто. Это Ромин паладин, он, ну как можно стан ставить на пятерку? Это пиздец. Нормально. Ты вся верхняя панель тупо, блять, он мышкой походу тыкает. Просто ничего не назначено, ничего. Так, колеса вверх подними, там атака, по-моему. Я знаешь, я теперь понял, почему Рома иногда бабл не прожимает на арене, потому что он пока дотянется мышкой, он сдохнет уже 300 раз. Жиза. Так, дайте кулак по ДК и чек на пол. 300 баб, пожалуйста. Дали уже. Они не дали. Духа нет. Ну да, хапалу духа ж, конечно, нужен. МП5 по себе баф не забудем. Конечно, нужен дух, там мана, реген, все дела, все, давайте, я духи. Так, давайте, все готовы, начинаем. Давай, упади, грудак, сука, забери этот ебаный хуеплен, блядь. Ну так нечестно. Упади, талисман. Думаешь, катушка упадет? Да похуй, хоть какой-то шанс, блядь. То есть никакого, да? Почти. А у вас толку в эти порталы или хилить рейд? Я уже свой рейд проебал. А катушка считается как оружие, либо как вещь? Как вещь. Как шмотка. Ой. А не как оружие? А там сами думаете, не. Чё, псих отсосал? Немного. Как понравилось? Да ну не. Пригубил, блядь. Тан, будешь кидать истерию на Валю? Сука. Чё, блин, что кинул? Ромы нету. Что вы слабо хилили? 6% только захилили. Туманы не хилят, дайте звезду резче в кружок. Это ты мне переодела. А, так вот почему ты не хилишь. Кидайте в подавители. Там с одной стороны все вышли. Пацаны, за звездой надо летать, а не где-то в жопе. Фу, 4 портала, фу, крама. Его играю. Этот ебательный Wi-Fi 3 на хуйне на какой-то. Так. Кто включил? Сизор, я сегодня послушал запись, которую Тан скинул. Когда Лёша на него игрался, я орнул, короче. Мутант, ты еблан! Еблан! Типа, начало я слышал уже, а вот полностью я никогда не слышал. Какой чем? А что там без совы остались? Кукурузик, надо было ж тебе в сове оставаться. Чё тут? Акуна на сова бегает. Типа, странно, что-то слабо хилите все равно. Там подавление бейте. Сколько хилов на арене? Тих, Лёха Бакла, который... Не, Лёха Бакла не играет. Ну бля, я думал, что да, у него же не сильно запись. Звёздочку резче, алло.
Блистал, летай по порталам. Не, он просто периодически в РК заходит, но вроде говорю, что играет. Да, снайпер. Волкер, дай хим на ману, поставьте тотем шаман. Смотрим, подавление играем. Где вы там, ребята? Ясно. Поклонская, ревностный. Предлагаю графиту кинуть СС на Поклонского. Ну, можешь кинуть. Давайте после этих порталов выходите и рост давайте. Дайте рост, Волкер, 2 гимна хп. Ладно, не давайте, идите в порталы еще. Иди в порталы. Играйте в огненного, потом в подавление. Что-то Димон тебя шаман обгоняет. Он всегда будет обгонять, ты заебал. Говорил, что она не хилит. Сука. Стаки насобирал, а ты хилит, что ты хочешь. Ой, блять, отмазался опять. Ты по-рост. Выйдите, давайте рост. Когда скрольки в порталах, я обычно у нее стаки ворую. Слава, дай на хп. Кидайте там руки в паладины. Сразу там павших крыс эти двух человек. Так, тогда, Дима, ты кем будешь? Хапалом пока пойдешь? Не, я на приставе, ты металлик нужен. А, ну давай на приставе, так, силы. Да! Да, хорош, Дима, забирай. Дарксайд, будь в хиле пятым человеком. Так, чё, осталось как? Талисман. Хочешь за фул ГП забрать? Я могу отказаться, а потом забрать катушку. Ну ладно, нет, не... Крутак не столь важен. Ну забирай за 50, хуй с тобой, блядь. Ваня, мне он за сапоги, блядь, сука, дал, блядь, фул ГП, пидор. Мутант. Так реально охуел, ебать. Это же для тебя вдвоем ролили, ну чё поделать. Так ты видел его ПР, чё ты издеваешься-то? Скинь полтинник хотя бы. 50% имеется, иду, Ваня. Да, говорил. Он мой кореш просто. Надо кому-то ноги нахапало и кожаные запы бесплатно отдам. Давай. Давай все. Отойду пассы. Отойду в Злоран зачариться. Да у меня наложение чар есть, реги добудь только. Так я их хер добуду. Проще так, купить. Кашер ебаный. К тому же мне 11к голды привалило. Ой, а че это я в шестой пакет? Сколько? 11к. Что? Это опять продал. И чё там, хан просто удалялся, я ему написал, братишка, дай голду. Мне 11к дал. Кто? Ну породистый вот этот охотник. Бля, мне хан так... А, не 11к. Смотри, Ваня, ты же, сука, не скинул всё половину. Давай, да короче, скину. Лучше как-то голду перекинем на вармейн. Интересно, как это делать? Чё вы хотите, бомжи? А маунт стоит 600 голда, помогите. Сколько? 600. Поставь каждый за себя. Только на землю. Так там же эти, поди, торговцы ебаные продают, там орут по-любому, продам голду там. Ну они за доллары продают. Как мы им будем деньги? Даже, нихуя себе. Там... Чего-то сильно много, блядь. Да нет, зарубаться тоже не должны продавать.
Че ты хотел, Коля, сервер французский, там только евро и доллар. Французы эти. Нравится, что там как на освежевателе душ, где я на офе играю, зашел в Англии, там тупо такая туса народа. Псих, ты сегодня сколько до дома ехал? Минут 45. Понятно. А с точностью, да? Странно, что не 2 часа, блядь. Чё ты? Там пробки есть охуенные. Да я же недалеко работаю от дома. Особенно по 5 часов. Чё? Outland, сервак. Блин, Дима, я так тебе не высказал. Ты больше не пиши мне в 6 утра, потому что у меня 5 утра. Алло, пацаны. Да-да-да, Outland называется. Ну, короче, типа 0 рублей, 0 рублей 21 копейка, короче, за один золотой. Это где, на Вармейн? За один голд? За один голд 20 копеек? Ну да. Ну тут разные как бы продавцы, короче, но вот самая дешевая 21 копейка за один голды. Блин, мне так жалко тебя, когда ты говоришь, такой голос забавный. Такой тихий у тебя, короче, он еще. У меня микрофон просто далеко. Рявки как следует. У самогона лучше получается. Скину ссылку, найдете там свой сервак. Да не, я не доверяю. В смысле, я там голдой банчил, ебаный рот. Тебя лучше сам на мобах нафармлю. Да там сайт посредником выступает, если, короче, тебе продавец не кидает голду, то просто бабки тебе сайт возвращает. Это, ага, знаю такое. Однажды скинули ссылку, перешел по ссылке, потом захожу в офу, а аккаунта такого уже нету. Я там голду продавал. Блин, создать бы свою гильдию, приколи, как там классно было бы играть. Так придется вступать во французские гильдии. Не слушай, что они там базарят, типа. Слушай, Франсуа, пиздец, пиздейшн, скриминализейшн, блин. Я же слышал венгров, сколько там, месяца 4. У меня уши просто падли. Сейчас найду запись. На, все, вырубай нахуй, блядь. На твой язык похож, блядь, псих. Ну, ёбки. И чё, ты так играл, короче, в Эльдуаль? Да, знаешь, как забавно их слышать было. Ну, там, типа, у них был РЛ, который мог переводить их язык на английский. Ну, типа, там более-менее уже было что-то понятно. Когда они вот так вот базарят, это просто жесть. Тебе он по-английски что-то чесал, да? Да там такие слова легкие. Да стримит. Вон асиметку, да, он еще там что-то. Да ладно, по-любому в гильдии должна быть русская, хотя бы одна какая-нибудь. Да гильдии там есть русские, просто в них хер попадешь. Да лучше французскую, там типа они же что-то убивают, а русские не все, короче, такие не очень, не играют. Ты да, Джерион. Русская гильдия ни разу на офе ничего не достигла. Тору кажу, по просто игра. Сейчас кого-то с гильдии тихо.
лича не... То есть вся Европа уже фармила лича, а русские убили только в конце мая. Русские на серфе до сих пор трает. Слышь, Слой, я выше тебя в ВПР. Че, на что? Русские не могли убить, а украинцы, наверное, сразу убили. Так ты уже шмотку забрал, бомжара. Я на лов ролил. В смысле на лов, блядь? Меня ждут, типа, с ролом наркана, ну, типа, а это по правилам, если человек ролит фотку, то он кутон ранит. Слышишь, блядь? Я тебя понял, Джорин, спасибо за намек. Так вот, по правилам гильдии, если человек забирает за 50%, это не считается шмоткой. Ну, давай тогда мне грудак, блядь, педрило. Я просто ты за 10% и никому не нужен, да-да, блядь. Так за 50% если забираешь. Я мог паролить бы, ты один хуй этот грудак забрал, педрил. Да я знаю. Вот не, и я все, тебе да. Уступил бы, сам забрал катушку, а потом мы махнулись с катушкой на грудак. Ну можно было бы и так сделать. Дайте сумму, дайте шкаф. Че, если бы ты кинул бы, типа как роб, он за фул бы забрал. Тогда он точно бы ничего не забрал бы. Да я знаю, да я решил по-человечески сделать. Да было 50 и скипнул. Фу. Да, Джерри, он вообще заткнись нахуй, ты меня бесишь. Хоть бы там не попал. Пацаны, какого хрена? Приз 5,5, пятый по дамагу, вы чё, обкурились? Это куда, в трэш, что ли? Да. Ну и чё, блядь? Вообще похуй. Так, ладно, давайте все тут. Просто решил не раз самоутвердиться. Давайте фулл бафы, ПДК там протопал, одевайте фулл шмотки, смотрим там что по бафам, дайте приста баф,